Всем привет, ребята! Сегодня мы будем делать обзор, а также тестирование процессора Intel Xeon E5 2689 в связке с материнской платой X79 от Эрмитер и оперативной памятью DDR3 в разгоне до 1600 МГц. Это комплект от Эрмитер X79 с AliExpress. Начнем мы с Apple Z. Тут мы видим, что процессор с анлоком Turbo Boost 3,3 ГГц по всем ядрам, 8 ядер, 16 потоков, TDP 115 Вт у него. Материнская плата X79, можем увидеть, версия 2.0. BIOS не перепрошивал, ничего не делал. Оперативная память 800 МГц умножаем на 2, получается 1600, получается ваша частота. DDR3 16 ГБ. Оперативная память с чипами Samsung. Видеокарта в связке Radeon RX 584 ГБ GDDR5. Давайте нажмем Bench. Сколько выбьет наш процессор. Итого получаем в мультипотоке 3036. И на ядро 306i1. Давайте сравним с каким-то другим процессором. i7-6700K. Этот процессор уделывает в мультипотоке. Ну, на ядро у i7 больше, потому что у него больше тактовая частота. Давайте перейдем к тестам. Увидев, что цена на Авито на 6700K начинается от 7500 рублей, поразмышляв, мы можем принять для себя решение, что лучше, один процессор за 7500 или целый комплект за 10. Берем неплохую материнку за 3700, а также оперативную память 4 плашки по 4 гигабайта. Выходит 1200 рублей. И такой комплект выходит нам 12400, при том, что все запчасти бэушные, мы не знаем, что нам придет, возможно, это будет кот в мешке. Тест AIDA 64 перед вами. Мы можем увидеть, что процессор практически не сбрасывает частоту. Процессор загружен на 100%. Оперативной памяти потребляется 15,3 ГБ. Видеокарта загружена на 43%. Примерно через 30 секунд теста мы можем увидеть, что процессор скинул частоту на 60 МГц. Процессор максимум греется до 63-64 градусов. Такие результаты мы могли наблюдать. Cinebench E23. R23 выбиваем вот такие вот результаты. 5356 попугаев. Мы примерно на уровне i7-7700K, но в мультипотоке он нас чуть-чуть обгоняет. Я считаю, это очень хорошие результаты. Для примера, i7-700K на Авито стоит от 10 тысяч рублей. А наш комплект вместе с процессором, материнской платой и оперативной памятью стоит 10 тысяч рублей. Что лучше выбирать вам? Кому было интересно смотреть этот ролик, пожалуйста, прожимайте лайки. Если хотите увидеть тесты этого процессора в играх, пишите в комментарии. Ребята, мы сегодня протестировали комплект от Эрмитер X79 из Китая, и я вам могу сказать, что за 10 тысяч рублей это один из самых лучших вариантов, которые можно сейчас купить бюджетно и качественно. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!